Ребзя, всем шараут! Самый народный батл необъятный Лим вещает максимум шума! Отлично, отлично, отлично! Горячо представлю судей! Слева от меня монтажник, видеомонтажник Дима Шера, шум ему! Слева от него просто решала всея Руси Илья, итог, шума! Справа от меня лирик, рэпер Никита Корот, шума! Отлично, МС у нас представляются сами, и МС слева представь себя. Честь тебе, семья, Алексей Малов. МС справа представь себя. Владислав, Тольятти, Сизи, Питер, пошумите. Первый лим по жеребьевке начинает МС слева, шума. Была жеребьевка. Была. Окей. Вы Исла, Влад? Нет, ты Влад Тужулин. У вас Исла, клан. Нет, клан Саплежуев. В эпицентр бури ты попал. Убью тебя глаголами, бью Ислу, колотит, будто внутри бутерат. Но главная мысль то, что я жертвой попал в капкан. Ах ты хитрый охотник. Нет, ты Влад профан. Как пират морга, гоняясь за рыбой от кита, убегал, да когда там батли, думаешь, что он хищник и меня поймал. Но это не так. Пока ты сидишь в засаде, мне нужно один пальчик, чтобы затрещала твоя спина. Если ты все-таки выстрелишь, то раной будет только оспина. А я будто оспа смертельный, черная смерть, как чума. Космос не предел, мне мои флейры от высоты кружится голова. Сыграй на кожаной флейте мой первый раунд, и даже если он Влада, но H2O есть жизнь, ведь так, Влад? Но если похуй, он всегда идет против правил, бунтарь. Его попросили поставить водные, он подумал, бля, буду как Андер. Назвал таз и принял его в один ебальник. Не андеграунд, а Андерсон. Кальян курит исключительно ебальником в угле, как варенье ест Карлсон. Гуглишь Яндекс, гугли совпадения, не думаю. Ты дождись, ля, когда на улице было сухо. Подожди, что с тобой не так, сука? Ведь буквально все принимать это тупость, правда. Но бывают и такие люди, ам, долбоебы. Ну да ладно. Вот, ну да ладно, но сука, покажите мне ту блять, которая объяснила тебе, что такое андерграунд. Ведь слушать твои треки себе дороже, испанский стыд. Ты идиот, нужно будет кому-нибудь на костылять, и ты ему дашь костыль. Сука. И как вообще ты смеешь затирать про подземку, парень? Наверное, в нечистотах купаясь, Влада посетила мысль: я пиздатый, андерграунд. Нет бы поработать и сделать хотя бы рядовой трек, а не как обычно. Ты портируешь свою хуйню, говоря, что это канонично. Но анафеме тебе сегодня придам форс-мажору от вас, у форс-мажору вас Влад. Исла был пизде, и сегодня он ниже не упал. Ведь так, ну да, быть ниже твоего музла. Ты плохо научился рифмовать слова, но вот нахера. Какую мысль пытаешься ты донести? Мы лучше не работать и принимать метафетамин. Но сегодня твоим чокером будет петля. И вот твое тело как нависит на перекладине, виселится как тело Генри Моргана. А на глазах реверс Исла это понимает. Он делает дерьмо, но ему по барабану. Стоп, он же опасный парень, но я его для вас приготовлю на поздний завтрак. Этот батл не заради батла, это так. Ведь я давно вижу в культуре дико данс. Хуёвые эти начали вытеснять нас штамповкой, клаудом и прочей залупой, именуемой баловым продуктом. И те, кто хоть немного следит за культурой, давно заметили смуту. И твои треки, чувак, это инфанти всей вашей бездарности, придурок. Ведь ты и хороший МС — это несопоставимо, как жеманный турок, как рекеф без шуток. Влад — здоровая потенция, батл со мной — женевская конвенция. Исла — большой потенциал, Оксимирон — релиз микстейпа. Блять, я могу еще долго перечислять, пока волосы не вырастут у рестора. Где стыд твой, Влад, в голове твоей глухо? Не пожелаю тебе перепуха, ты и так петух, бля. Я танцую словами, макабр на трупах. А ты набил себе три иероглифа на спину, и давно ходят слухи, что их перевод Влад пошел пизду своей, суки, прямо как твой батя. Только он пошел ногами, а ты характером. Опасный парень, мать его! Все на показ, буду ты пошел Алькатрас. Но я могу поспорить, что тебя ни разу не забирал ментовской УАЗ. Но он опасный парень, курит там, где запрещено, у него есть такое фото. Ну да ладно. А еще баллоном на стенах и окнах великого города накидал Исла клан.
Влад, скажи мне, ты дурак? Так, ты не только как рэпер, ты еще и как райдер. Мулак, тебе не стыдно-то, блядь? Да я тоже плохо рисую, но тут раз так либо учись, либо не суйся. И так, сука, во всем поверь. И посему мой тебе совет. Если тебе еще раз повезет записать трек, то подумай, достой ли текст, бит, мастеринг и сводка. Ведь глупо, как ты без скилла лезть в ринг, не упускай же срока, чтобы было со вкусом, а не в твоем стиле, чтобы резал каждым словом, как осока. Но пока этого не сделал, не смотри свысока, ведь та гора, на которую ты лезешь, намного выше тебя. Парень. Есть, парень, словесные баталии на первых порах. Хоть и ты и рычишь на батлах, визжишь, как сучка, и вроде капюшон на глазах, но трясутся ручки, и потому не подойдет ни один твой ключик, патч. Кидай флипы, схемы, не поможет ли тебе сегодня истопалач. И да, я не поясню тебе за шмот, за наркоту, но поясню за слова, что ты мне ответишь на то, что я ебал в рот тебя. О, это не то, просто Влад дал свое интервью, блять, он дает интервью, что он и вся его крю ненавидит русский рэп. Блять, Влад, ты сам понимаешь, что твои резкие слова — это просто полоумный бред. Хотя, может, мы два чернокожих рэпера? И... или нет? А может быть, мы на батлах читаем не на русском? Влад, дай ответ. Ты совершил ошибку дилетанта, запизделся, как паршивый овца ради хайпа. В гетто бы тебя за такое протули твоей же берцовой костью. И худо-бедно запинали бы перцами без зазрения совести. И отправили бы домой за полную сперму твоей полости. И полоснув ножом до кости, бросишь ты рэп. И вот и все, изи, гаддэм, и я встроил аппарат жизнесодержания тебе в бэк. Потому ты не сдохнешь, пока я этого не разрешу тебе. И да, у тебя было много батлов, ты их все проебал. Ведь нельзя победить ничего в себе, не меняя. А ты нарцисс, Влад, видишь себя идеальным и не видишь в себе ошибок никаких нихуя. Но я открою тебе глаза, Влад. Ты и твой рэп — это одна большая ошибка. Раунд. Ребят, мне кажется, это было достойно. Это было достойно? Ответочка, первый лимб, Влад, ты из Вашума? За батлом мы поговорим на втором лимбе. Вот. А сейчас чувак мне предъявил что-то за мои треки, у которого, по сути, треков даже нет. Вот, окей. Батл, лимб и тому подобное. Ты не ярпим, не воображайся боссом. Ты твое отродье, грех нашей природы. Ты на лице злобе, а в душе добрый. Дай мне минуту, и тебя сдернули. Ты открыл рот, воняло, словно пернули. Ты клоп, меня унижает такой оппонент. Ведь ты, сука, никчемный, как твоя жизнь, твои ебалы и твой ряд. Ты диванная постилка, половая тряпка. Следи за базаром, лишним не ляпай. Если ляпнешь лишним, упадешь ебалом, блядь, спидор. Я интровет, я нахую вертел твою интро. К тебе по жизни нет уважения. И с детства ты был мелким мошенником. Я тебя как питомца уебу, а в стену привяжу к батарее ошейником. Буду пиздить до скончания, сука, не проси прощения. Ведь ты был как Мавроди мошенником, пацан, пойми. Ты не кошерный, ты кот чеширный. Таких уебанов, как ты, не спасут морщины. У тебя нету стиля, у тебя нет подачи, у тебя нету личного актива. Ты и твоя банда в этом рэп-дерьмо всего лишь пидоры пассивные. Окей. Я халяли. Алексей Малов. Мне дали оппонента. Окей. Я зашел к нему на ВК страницу. У него скрытые фото. Не видно лица. Есть ебаный пост. Розыгрыш столика в колено на 2 столовые. Пацан, тебе самому не стрёмно? Ладно, это твое личное дело. Я выиграл. Красавчик. Ладно. Это твое личное дело. Пацан не хотел палиться. Скрыл там все лица. Но это, блядь, как пидоры. Они же, блядь. Поддержим! Пацан не хотел палиться, и у него скрытые лица. И типа такой: чуваки, я участвую в батле, давайте без прелюдий. Слушай, а пидоры тоже стесняются, что они в жопу ебутся, да? Окей, Алексей Малов. Мне против тебя батла не нужно. Ведь всем и так давно видно, что ты лох. Тебе стоит дать леща, и из тебя польется свежая кровь. Окей. Ты не веришь по-живому. Ты мне своими словами не сделаешь больно. А я к тебе подойду нахуй. Отрежу тебе язык, и ты пойдешь нахуй. До слова. Окей. Я стою в кругу пламени. Врув нахуй врата ада. Потом ко мне подбежал сатана передо мной. На колени падал, я ему леща дал. И послал его нахуй сада. Хули спать, стоишь, падла. Иди нахуй в батл. Раунд. Алексей Малов! Второй лимб Шума! Ты сказал?
сказала, что я от тебя прятался. Падла, тебе было мало моей заявки и 3 батлов, а? Окей, весь Исла-клан. Весь Исла-клан. Весь Исла-клан, открой шире глаза. Я вашего отца по кускам разобрал. Не тратя тайм, пар грайм написал. Пока ты потел, накидал свой флэтлайн. Блять, оставь меня в покое, Влад. Все, что ты пиздишь, это не попатая. Словно град, 3 бела дня. Метеорит из Челябинска летит на тебя. Видишь, Влад, вот так надо увидишь. Теперь кто из нас? Андер Малов, не стараясь, пришел к победе. Говно, твои пальчи не параллельно. Словно струну пулей тебя перебирают. Да мне все еще мало, тебя пополам поломаю. Фотка с Окси, да Исла с фаном. И с пулсами, как дробь барабан. У тебя скучный флоу, словно кашель. Диагноз врача, от него тебе пластырь. Ты пофринеет, твое вечное чувство. Моя ногами, доброе утро в полюцах. Это сука для Сигни свою даму насильно раздел до трусов и снял это на Сименс. Слился еще до батла. Слил свою жизнь кормежку унитазу. Я тебе поддаюсь, бро, а ты метастазия. Дрочишь на порно, я встрою свой образ. Я сутло собираю, словно это пазл. Твой рэп текста подобный маразм. Мой твой рэп упор, какой-то рэп твой готом. Твой рэп и паблик, все для народа. Да только топорно сделанный кустарный крафт. Я тебя буду пытать читать по слову Майнкрафт. Твой текста на квадрат, мы что, в Майнкрафт издаваться пора. Ты видишь, как я одним партом убрал. Первый-второй раунд. Да. Ты Влад, человек фигля. Ой, ты Влад фигля. Человек редиска. Твоя пассия андеграунд. Но ты к ней даже и не близко. Я это вижу, ведь отчасти супергерой в этом цирке, а моя главная способность — это серендипность, а потому все слова твои зыбки. И да, ты знаешь то, что я даже не копаю. Мне достаточно просто взглянуть на тебя, уебана. Просто... Представь. Я просто вижу, что пошла мода. У нас теперь все из себя такие независимые. Все из себя underground. Как бы там легче записать говносаунд и сказать, что это звук подземки. Мол, не попадаешь в бит, но это я иду против системы. Читаешь хуйню и голос убит, но я таким образом высказываю свое мнение. Вы все обленились, как хомяк в сломанном колесе, парень. Понимаешь, просто, блядь, как хомяк в сломанном колесе. Но, сука, нет бы сидеть ночью и думать, что сказать в тексте, как положить на бит. Ведь можно просто в тексте напиздеть и положить на бит. Зачем стараться, парень, ты этого просто не понимаешь. И такой сейчас каждый второй. И давай, Плат, по правде, ты сюда пришел не ради культуры, не ради батла. Ты ищешь славы, понимаешь, парень? В этом вся фишка. Все вы все хотите хайпа. Вы называете себя андеграундом, но прийти в массы. Зачем, блядь, чувак, ты просто биомасса. Куда ты ползешь? Скажи мне. Все твои слова — это пиздеж. Не ври мне. Сейчас. Пожмите, пожалуйста. Поддержка! Зачем это? Ты батл. Все, блядь. Он уже забатлил. И пиздеть мне не надо, что ты здесь не заради хайпа. Если было не так, зачем бы ты лез в эти батлы? Зачем бы записывал столько треков, ты падла? Клипы, интервью, концерты в баре. Ну для 3 человек, ну да ладно. И, чувак, зачем вы все, у вас, если хип-хоп игра, да, то ты в ней, ну. Если андеграунд, то у вас цель вылезти из андеграунда на экран. Yeah. Я тут уже, блядь, забыл, я фристайл, это хуйня. Да он в массы лезет, пидор, в массы лезет. Черная чашка не лезет. Дайте шуму подать! Позер, это просто позерство. Да, конечно. Я отвечаю, это позерство. Да, так и есть. Ты хочешь подумать? Давайте МС батлить будут, они за ними стоят. Да, да, да. Ладно, окей, перескочу сразу. А вы все врете, что под землей живете, мол, все сбили локти, но я просто льняное дело, такие, как вы, выпускаю когти. И понимаете, не просто гон, я реально зол, блядь, полон злости. И когда вы говорите, что вы андеграунд, я хочу переломать вам всем кости. И я вылез по патрону тайги, знаю, я пришел, чтобы отнять у вас всех пай. Понимаешь, это парень, я здесь не просто так, а чтобы тебя забатлить. И я тебе хочу сказать последнюю вещь, мое последнее слово, парень. Ну что, я много забыл, ну там. Потому что мое последнее слово, чувак. Сейчас. А, сейчас. Ну, прочитай тогда. Да. Ага. А, лампа. Вставляйте нам палки в колеса, я про ЧСТС. Они станут осями. Ведь нас делает сильнее все то, что нас не убивает. Раунд. Окей, окей, окей. Второй лимплат из вашу! Я считаю, что я такое стрёмное ебло, что это просто пиздец. Оно по жизни. У тебя столь никчемное ебло, как будто ты ебать Федоров Мирон.
У тебя столь никчемное ебло, что как будто, блядь, природа тебя нахуй сбил паровоз. Она даже, сука, выглядит как дерьмо. Окей, один глаз больше, другой, походу, вовсе косой. Тебе таську гонял цикл, да ты и так косишь под окси порой. Твоя читка граймом, это все, блядь, отстой. Пацан, блядь, просыпал соль на стол, сука, нос дрыжок. Ты настолько тупой, что я тебя зову американский пирог. Ты не рыцарь, парень. В отряд не берусь с таким ебаном. Твоя читка граймом, тебе с ней не до финала. Окей. Давайте поддержим! Много не мало еще. Тебе подходит твоя сука и говорит, что же с тобой стало, парень. Тебя, блядь, в сексе давно называю секундантом. Поэтому она давно в моей спальне стоит на моем диване. Ты не Алексей Малов, ты лишь мелкий Алешка. У тебя длинные когти, я тебя зову девочка-кошка. Ты не режешь по-живому, ты лишь батон крошишь. Вынести с этого баса, блядь, вперед ногами мне тебя не будет сложно. Окей. Одну секунду, подсказка друга. Давайте еще раз отвечу. Пить толку внимание. Долгая поддержка. Окей. Ладно, у меня хуйня с текстом. Сейчас попробую что-нибудь так сказать. Вообще, читать граймом или читать граймом на батле нету большего парадокса. Тот, кто читает грайм, тот, по сути, косит под окси. Потому что грайм Россию завез окси. Далеко не америкоса, далеко не негритоса, как все вы думаете. А я подумал, кто это сделал. Да. Вот. Также, блядь, андерграунд и всякую хуйню, блядь, которые там называются, я не знаю, дабстепы, хуепы, блядь, кто как их называет, и всех кто-то завез. Вы не ищете нового стиля, вы не создаете что-то новое. В отличие от вас, это делаю я. Спасибо. Спасите. И вы достойны только лишь плохого. И весь ваш рэп — это хуйня. И вообще, я такой пацан, приехал из Тольятти, и нихуя не знаю. И мне тут скинули ссылку, сказали, поприветствуйте батл. Ну, как бы, я зарегистрировался там, отправил заявку свою, ну и попал сюда. И вообще... Как бы знаешь, я не король рэпа, мне уже давно жмет этот псевдоним. А этот батл, как ты говорил, этот батл для меня не какой-то там по счету. Это батл первый, и это батл лимп. Окей, отлично. Ну, судейские вердикты. Монтажник, давай, судей. Ну, блин, мне кажется, очевидно. Да, пиво дать. Мало. И так красиво. На самом деле хочется сказать двоим МС круто. Пытались флипать. Братиш, извини, у тебя не очень классно получалось с флипами. Тут было поинтересней. Оба, конечно, забывали тексты, оба какой-то трэш происходил, что-то мясо какое-то. В общем, мой голос за. Вот за него, да. Ну пошумите! Свой голос я отдаю Алексею Малов. Да, у него было поинтереснее, хоть и у него, и у второго оппонента во втором раунде забыли текста, но у Малова было поярче. Так что за Малова. Отлично, Никита, давай. Да тут мало что добавить, и мой голос мало что уже изменит. Я тоже за Алексея. Мне кажется, он больше как бы подготовился к этому батлу, нежели его оппонент. Что он даже кивает об этом головой. Согласен. Ну, голос за него. Отлично! Победил Алексей Малов 3-0 Шума!